Итак, значит, мы продолжаем изучать. Куда я приехал, не скажу. Не скажу, знаете почему? Это такая тайна. Но сразу мы выучим закон Торы, который очень важный, и надо его знать. Значит, закон Торы такой, что благословение находится в вещи, спрятанной от глаз. Эн брахаб мацуя, благословение есть вещи, спрятанные от глаз. То есть, почему так работает? Хотя я уверен, что все у нас собрались только хорошие, добрые люди, но я чисто по привычке все, что такое новое, начинающееся, еще вообще абсолютно существующее только в мыслях, чем меньше людей об этом знают, тем лучше. Почему? Каждый человек, он является проводником, создателем, творцом, соучастником мироздания. Как Бог сказал, «Наасе» — это Адам, «вместе сделаем человека», он сказал, да, когда он создавал человека. То есть Бог через человека, творец, да, создатель, он находится в этом мире. И получается, что вот, например, рождается у кого-то идея, да, вот у кого-то там у Аси Ябко, или там у Зинаиды Орловой, или у Лидии даже Пивовар Бабич, рождается какая-то идея. И это начало творения, это как бы точно как Всевышний когда-то задумал мир. И вот, значит, рождается идея. Теперь сам же человек внутри может эту идею себе же испортить. Мы знаем такие ситуации, когда рождается идея, и человек сам себе говорит, не получится. То есть он сам придумал, и сам же придумал, почему не получится. И эта идея исчезла. Потом он придумывает другую идею. А может так, потом нет, не так. И сам же ее стирает. То есть потом какая-то идея, он говорит, о, вот это вот я, наверное, я сделаю. Все-таки сейчас поем я жареные картошки. То есть родилась у него идея, и он ее решил не стирать. И он берет тогда, чтобы поесть ему жареные картошки, ему что нужно сделать? Ему нужно для того, чтобы поесть жареные картошки, ему нужно встать, и у него появляется новая идея. Пойду туда, возьму картошку, почищу картошку, сделаю то, сделаю все. У него появляется целый план, комбинация в голове вначале, как он будет эту картошку жарить. И только он собрался вставать жарить картошку, в этот момент звонит телефон. Ему говорят, слушай, надо срочно приехать там туда-то. Получается, другой человек своей идеей сломал ему идею. Логично, он ему просто как бы всю его уже схему, он уже в голове уже прям пожарил и поел жареную картошку, но второй человек позвонил ему, какой-то у него была более важная идея, он говорит, срочно приезжай, там важное дело, все. И мы видим, как люди своими идеями могут сами себе ломать идеи, и кто-то друг другу может ломать идеи. То же самое происходит, вот Дамир, например, партнер, да, он всем нам желает добрых дел, и тут он говорит, вы знаете, я придумал там какую-то классную идею. А Лидия Пивовар Бальбич, которая не поела жареную картошку, например, она сейчас голодная, едет там куда-то, она думает, вот Дамир это, да, все у него получается. Вот почему у него все получается, у меня не получается. Я картошку хотела пожарить. И в этот момент она может неосознанно что-то подумать такое, чтобы и у Дамира на небе идея стерлась. Поэтому все вопросы, где вам нужно благословение от Всевышнего, некая удача там и так далее. Если вы знаете, что человек вас благословит и скажет, да, я тебе желаю, чтобы у тебя получилось, только таким сообщайте. Только те, которые своей мыслью вас поддержат, только им и надо сообщать. Поэтому мы желаем всем, значит, участникам урока Ваикра, чтобы было благословение во всех хороших делах, чтобы все ваши планы, задумки хорошие, которые для вашего добра, сбылись, чтобы то, что вы задумали во имя небес, если вы прямо к каждой своей идее прикрепили служение Всевышнему и как-то вы туда добавили, да, что дай мне здоровье, чтобы я мог прославлять Всевышнего, дай мне деньги, чтобы я мог жертвовать на благотворительность, давать сдаку и буду очень богатым, буду всем рассказывать, что Бог мне помог, буду прославлять Всевышнего. Дай мне семью, чтобы выполнить заповедь, плодитесь, размножайтесь. Дай мне там, ну все нам, мы все хотим, чтобы нам Бог что-то дал, но нужно как бы все это привязать к тому, чтобы это было во имя небес. И тогда будет во всем удача и успех.
Все, сегодня мы продолжаем изучать книгу «Путь праведников», потому что праведник – тот, кто делает то, что Бог ему сказал делать. Потом он просит Бога, Бог делает то, что человеку нужно. То есть праведник, он с Богом входит в резонанс, и он с Богом отлично очень идет как бы в одном направлении. Поэтому мы вначале учимся, как быть праведниками, а потом уже будем всех благословлять, и благословения будут сбываться. Значит, мы уже изучили семь ворот, семь качеств. Гордыня и скромность, стыд и наглость, любовь и ненависть. Милосердие были седьмые врата, седьмая глава. И сегодня у нас врата жестокости. Длинная глава, поэтому мы сегодня часть из нее выучим. Часть из нее выучим. Значит, жестокость. На иврите жестокость ахзариют. Ахзари – это жестокие. Ахзариют – это жестокость. Значит, это качество, которое противоположно милосердию. Милосердие – это доброта, а жестокость – это противоположность. И этого свойства жестокость нет у праведных людей. То есть это свойство нужно максимально из себя убрать. Но у злодеев оно очень сильно развито, жестокость. И оно является корнем всех их там других плохих качеств. Да? Значит, как написано в притчах царя Соломона в Мишле, 12 глава, 10 отрывок, что милосердие злодеев – жестокость, ахзариют. То есть у них даже милосердие, это оно замешано каким-то образом на жестокости. Давайте разберемся, сейчас будем изучать, разбираться, как это работает. Значит, давайте посмотрим, какой вред от жестокости. Первый вред какой? Жестокий не окажет добра ближнему. Как сказано, творит благо душе своей человек милосердный, жестокий вредит близким. В Мишле написано. То есть жестокость – это некое свойство по умолчанию, когда человек, у него в душе есть какая-то настолько сильная ненависть к людям, к окружающим, что он хочет сделать им зло. И на этом фундаменте оно будет его, естественно, останавливать от того, чтобы сделать добро. Я помню, у меня когда-то, я очень не люблю жестоких людей, которые могут издеваться над животными, над людьми. То есть для меня это прямо, ну, очень больно мне, да, как бы сопереживаю. Я из-за этого не смотрю никакие там фильмы ужасов, всякие, где стараюсь вообще не смотреть. Вот сейчас было очень много, 7 октября. И люди смотрели эти все фильмы, как убивают. Я не смотрю, потому что это такую боль мне приносит, что зачем смотреть? Ну, то есть, я не понимаю, зачем смотреть. Это слишком больно даже видеть это. Теперь, я когда-то учился в спортинтернате, и я вечером шел по улице, и шли навстречу три человека. Два было спортсмена, один борец, один гандболист. И один был такой бандит, вот прям, ну вот бандит-бандит такой, да, местный, с района. И он был прям жестокий такой, вот есть люди, у них прям жестокость на лице написано. И они говорят, пойдем пиво попьем. Я говорю, не, не хочу с вами идти, я вот прямо вот этого бандита прям не, ну, не переносил, мне он очень был отвратителен. И они пошли пить пиво, там они познакомились с каким-то пьяным парнем, который начал хвастаться, что у него там, он то ли он, ну, в общем, как-то он начал хвастаться. Потом они с ним так начали выпили, пошли к нему домой. И там дома этот бандит начал его пытать, чтобы он им отдал там деньги и ценности. Потом он его ножом зарезал, когда он его пытал, в итоге он его зарезал. И тот кричал, соседи вызвали милицию, они выпрыгнули с балкона, в несколько дней были еще в бегах. И потом их всех посадили на огромные сроки, потому что вот тот, кого они убили, у него был еще родственник, который был очень большого чина милиционер. И они сели по полной программе там на огромные сроки вообще. И я подумал, как вот действительно жестокость, она приводит к очень плохим последствиям. И как даже те, кто находится рядом с жестокими, я тогда Тору не знал. Но вот эти духовные законы, они работают, хоть ты о них знаешь, хоть ты о них не знаешь. Кто-то наблюдает за ними и через наблюдение начинает соблюдать. Да, вот буддисты, они как бы через наблюдение, они дошли до многих законов доброты. Доброты и милосердия. То есть можно понять духовные законы через наблюдение. А можно Тора, это когда через пророков мы узнали от Создателя мира. Но вот жестокость, она человека, как бы, она его первым делом лишает возможности делать добра.
жестокий весьма далек от добрых качеств, и он не жалеет бедных, например, он им не одалживает, он им ничего не дает. А ведь мы знаем другой духовный закон, который мы узнали из притчи царя Соломона, что тот, кто оказывает милосердие бедному, да, помогает бедному, он дает взаймы Всевышнему, прям так написано. То есть, когда ты помогаешь бедному, ты, казалось бы, ты отдаешь от себя, да, то есть ты отдаешь, ты ему помог. А на самом деле, в этот момент ты создал себе депозит на небе, ты Всевышнему дал в долг, потому что, ну, как будто бы Всевышний через тебя ему помог, этому бедному, и у тебя есть депозит на небе. Прямо написано в Мишнах, можете посмотреть в притчах этот отрывок, что 19 глава, 17 отрывок, «Взаимодавец Всевышнего, милующий бедного». И сказано, «Благо человеку милосердному и дающему взаймы, ведет он справедливые дела свои». Это в псалмах написано. Еще написано там же в псалмах царя Давида, что счастлив, кто заботится о бедном, и в день бедствия спасет его Всевышний. То есть все идет в этом мире мера за меру. Ты заботишься о ком-то, Всевышний заботится о тебе. Ты жестокий кому-то, значит, в какой-то момент жестокость придет на тебя. Все очень честно, справедливо и как бы замеряемо. Сейчас, секундочку. Так, отлично. Теперь дальше. Дальше говорится про царя Давида в псалмах, да, что когда болели люди, я надевал сам, ну, в общем, мешок такой на себя надевал, и мучил я постом душу мою. Он сопереживал людям, которые мучались, и тоже он, значит, сильно сопереживал им. Дальше написано так, что когда жестокость в человеке, она усиливается, то вот эта жестокость, она побуждает его разрушать, уничтожать, то есть делать какие-то активные действия. И теперь дальше он пишет такую интересную вещь, что даже у любого человека есть такие ситуации, когда он в нем включается жестокость. Что это за ситуации? Это мстит своим врагам. В притчах написано, что не пощадит в день мести. То есть это качество, оно настолько... Всевышний его как бы вложил в душу, это по умолчанию, да, что если человека действительно кто-то, не дай бог, обидел, там, убил, ну, не дай бог, чтобы ни у кого не было никаких неприятностей, но если кто-то обидел, то, естественно, опять же, мера за меру, у того, кого обидели или кому принесли ущерб, у него включается мера за меру желание отомстить. Это как бы, это есть. Он пишет, свойство в душе человека мстить своим врагам. По Торе есть такое понятие, как кровная месть. То есть, когда был храм, когда все это работало в Израиле, то были специальные города-убежища. И был закон такой, если человек убивает кого-то, то его родственники, они становятся кровная месть, Гоэльдам это называется, воздающие за кровь. Значит, если родственники убили вот этого человека, которого, ну, кровная месть, то им ничего за это не будет. То есть это по Торе разрешена кровная месть. Но если этот человек успел добежать до города-убежища, были такие города, в которых жили левиты, священники, и этот город назывался как город-убежище, как такой город-тюрьма. Ну, не тюрьма, а город-убежище он назывался. То тот, который... если он был умышленный убийца, то его оттуда забирали, судили и казнили. Если было два свидетеля, значит, его казнили по суду. Если же это был неумышленный убийца, то тогда этот неумышленный убийца, он в этом городе-убежище, его нельзя было трогать кровным местником, и он там жил, пока мест не умрет первосвященник. И когда умирал первосвященник, в чье как бы служение это было, он мог вернуться домой. Если потом его кровные местники убивали, то это уже было обычное убийство. То есть они должны были уже тоже к этому времени... Если это, опять же, я подчеркиваю, за неумышленное убийство. Но здесь сейчас не о законах. Это все очень... Законы — это отдельная тема. А здесь нам говорится про качество характера. Значит, есть такое качество, что у человека прошито, что он
хочет отомстить своим врагам. Но есть у нас заповедь в Торе. Всевышний нам говорит: не мсти и не помни зла. Даже держать зло в сердце своем запрещено нам, а тем более бить другого. Что отсюда следует? Значит, с одной стороны, это естественное побуждение. Если ты это сделал, сделал. То есть это естественно. Но с другой стороны, Всевышний нам говорит: послушай, тебе самому от мести и от злопамятства будет только хуже. Здесь он это не приводит, но в притчах написано, что тот, у кого есть внутри вот это вот злопамятство, месть, и он хочет отомстить, то у него гниют кости. То есть на уровне физиологии человек, у которого зло внутри, и он это прокручивает в голове, и он злится, и он гневается, и он переживает эту боль раз за разом, то он тому он не вредит в этот момент. Он вредит себе. То есть в этот момент он как бы свой организм он рушит. Поэтому в Торе говорится, что не мсти и не помни зла, и держать зло в своем сердце запрещено. Лучше запишите где-то в ежедневнике, что если, значит, получится, то но нельзя держать в своих эмоциях в своем сердце. Дальше есть очень такой интересный в притчах момент. 24 глава, 17 отрывок. «При падении врага твоего не радуйся, и если споткнется он, да не возликует сердце твое». Там есть продолжение. Знаете, какое есть там продолжение? Продолжение такое, что Всевышний от него отвернет свой гнев и повернет на тебя. То есть давайте разберем. Это очень такой глубочайший духовный закон. Вот есть, например, сейчас Хамас. Да? Хамас, враги, для меня лично, это убийцы, маньяки, убивали. Я очень, прямо, очень у меня к ним плохое отношение. Теперь их сейчас давят, они как крысы сидят в этих подвалах. Там, ну, то есть они просто очень, значит, их сейчас прямо уже додавливают, да? Теперь в этот момент, если я сейчас начну радоваться, то по вот этому вот отрывку, что царь Соломон нам сказал, когда враг твой падает, не радуйся, а если он споткнется, не возликует твое сердце, потому что Всевышний может от него отвернуть свой гнев. То есть здесь не потому, что мне его стало жалко, мне его не жалко, но если я сейчас начинаю радоваться, ликовать, что-то может произойти, что Всевышний от него отвернет свой гнев. Поэтому мне пока не надо радоваться, пока до конца, когда упал вертолет с этим Раиси вечером, я очень хотел устроить праздник, но еще не было точного такого, как сказать, точного знания, что он погиб. Когда он погиб, для меня лично это праздник, потому что этот человек буквально там 3 недели назад послал 300 ракет на Израиль баллистических для того, чтобы убить меня, мою семью. То есть как мне не радоваться, что погиб убийца, который хотел убить меня? Это естественно, я радуюсь. Но пока мне не объявили, что он погиб, я не радовался, потому что я этот отрывок из притчи знал. И я не хотел ликовать, пока чтобы Всевышний от него свое. Вдруг он еще бы там не погиб, да? И я хочу, чтобы все враги знали, что те, кто хотят убить, Всевышний им возвращает тем же. Так работает. Теперь дальше он нам говорит такую вещь. Кто мстит и держит зло на ближнего своего, не прощает тем, кто приступает против него, и это влечет за собой ссору, ненависть. А тебе ведь известно благо миролюбия, и ты знаешь, насколько приятно жить в мире. Значит, здесь есть очень... Давайте подумаем на эту тему. То есть верующий человек, он знает, что Всевышний управляет миром, и за все будет отдача. Это так размышляет, так верит любой верующий человек. Теперь, если получается какая вещь, что если злодей, он сделал какое-то зло, то есть два варианта. Или я должен сейчас его наказывать, этого злодея, или же подождать чуть-чуть, и Всевышний через кого-то он его накажет. То есть это уже выбор человека. Я очень верю, что Всевышний, он управляет миром, и он знает, кто сделал зло, кто не сделал зло, он знает, когда и где и кому в этом мире что надо давать. И если он сделал мне плохо от кого-то,
то я буду в этот момент лучше думать, как мне исправить себя. Я под своим контролем. То есть, например, вот недавно у меня был разговор с одним человеком, женщина, да, ну, клиентка моя в коучинге. И, значит, она говорит, вот там кто-то что-то мне сделал плохо. И меня это страшно злит. Я говорю, смотри, ты можешь на него повлиять, на этого человека? Она говорит, нет, на него я не могу повлиять. Нет у меня никакого влияния на него, чтобы он... Ну, нету, не могу я на него повлиять. Я говорю, тогда тебе нравится злиться? Она говорит, нет, злиться мне ужасно не нравится. Я говорю, отлично, тогда всю свою энергию, вместо того, чтобы думать о том, как плохо он сделал тебе, если ты с ним ничего не можешь сделать и не можешь его изменить, направь на то, чтобы подумать, а как тебе не попадать в эту ситуацию, как тебе не злиться, в какой ситуации ты бы на него не злилась. И она подумала в этот момент, у нее даже на этом, в этом направлении ее мысли не работали. Ее мысли все время работали, что делать с ним, а с ним она ничего сделать не может. Но как только она подумала, что она может сделать с собой, она сразу же нашла для себя модель поведения, при которой она не будет злиться. То есть, ну, у нее просто ни разу не было как бы направления на себя в этой ситуации. Теперь она на себя, ей не нравится злиться, и она нашла способ, как по-другому себя вести, чтобы не попадать в ситуацию, когда она злится. То есть здесь есть, еще раз давайте разберемся, если кто-то сделал зло, естественно ему отомстить. Если ты можешь ему отомстить, мера за меру, это тоже нормально. То есть мера за меру, как бы, тут есть справедливость в этом. Но если ты не можешь отомстить, если ты просто съедаешь себя, и себя ты гложешь, то в этот момент для человека лучше не мстить и не быть злопамятным. Отпустить и сказать, что все, Всевышний с тобой разберется, а я буду разбираться с собой. И в этот момент, когда мир внутри... В этот момент человек выигрывает. Ведь представьте, если кто-то там, не дай бог, кого-то обидел, и он хотел его обидеть, и второй человек мучается после этого год. А тот, кто обидел, он же наоборот, он как бы умножил свою обиду на 365. Он радуется, он думает, я его не просто обидел, я обидел и включил как бы повтор, и он каждый день переживает еще раз эту же обиду. Теперь для того человека, который обижается, для него это вообще невыгодно. Для него будет лучшим для него будет решением это отпустить и перестать злиться, сказать, я не буду год себя мучить. И есть в Мишле такой, есть еще там отрывок очень интересный. Написано, дай своему врагу напиться там и накорми его хлебом. Или в Мишле, или в Каэле. Это будет для него как угли на его голову. То есть, что получается? Если человек тебя обидел, а ты на него не обижаешься, для него это будет страшная вообще злость. Он как бы, что у него не получилось то, что он хотел сделать. Теперь, и этим, что ты на него не обижаешься, что тебя это не зацепило, для него это будет просто самым большим ударом. Но если он хороший человек все-таки, и он увидит, что он тебе сделал зло, он уже не враг тебе, значит, ты ему делаешь добро. Он, ой, как же я мог, извиняется и так далее. Понятно. Двигаемся дальше. Жестокий человек, он будет злиться, он будет ненавидеть, он будет ссориться, он будет там усиливать все время вот это вот поле зла вокруг себя. К жестоким причисляется тот, кто отнимает что-либо у ближнего. И тем самым он его огорчает, ранит его. И за это очень строгое наказание. Как написано в Мишле, не обирай бедного, потому что он беден. И далее написано в Мишле, Всевышний вступится за них и отберет душу у обобравшего их. То есть грабеж – это очень серьезная вещь. И все мера за меру. Ты у бедного забрал последнее, это как ты у него забрал жизнь. Значит, Всевышний у того, кто забрал у бедного последнее, он у него может тоже жизнь забрать. Хотя нам кажется, что это не, ну, как бы неравноценно. Но вот именно в этом и равноценно. Когда-то Рав Зильбер, Зихрону Цадик Левраха, рассказывал, что какой-то там карманник или какой-то вор украл у человека деньги.
А у него эти деньги, это были деньги, которые нужны были на врача для его там сына больного. И из-за того, что у него не было денег, там дальше сын этот умер. То есть он украл у него жизнь. Иногда деньги для кого-то, особенно для человека бедного, это жизнь. Поэтому тот, кто... Вот в этом принцип как раз мера за меру, что на небе все очень справедливо. Дальше он пишет такую вещь, что... А тот, кто обижает сироту и вдову, отнимая у них или посрамляя их, подлежит смерти. И дальше очень такая вещь написана страшная. Судьи, имеющие возможность спасти вдову и сироту от рук грабителей и не спасающие, подлежат смерти, как написано, ни вдову, ни сироту не обижайте. И написано, если ты будешь его мучить, и он ко мне закричит, я услышу его крик. И дальше написано так, что в книге Шмот пробудится мой гнев, и вы погибнете от меча, и ваши жены станут вдовами, ваши дети сиротами. Мера за меру, ваши жены станут вдовами за обиду вдов, и дети станут сиротами за обиду сирот. Представляете? Это очень такая серьезная вещь. Поэтому нельзя обижать никакого человека. Написано тоже в книге Ваикра в Торе, не обижайте друг друга и страшитесь Всевышнего. Не обижайте, имеется в виду обида словом. И, значит, тот, кто отнимает у бедного, как бы отнимает его душу, и даже если это совсем маленькая сумма, то за это полагается наказание смертью. Представляете? И даже здесь написана такая вещь удивительная, что в Торе Всевышний сказал, что не будь ему должнику притеснителем и не обижай должника. То есть если тот, кто дал долг, знает, что должнику нечем платить, он не имеет права проходить там, где должник может его видеть, чтобы не напомнить о долге. Иначе он поступает с должником подобно врагу. То есть смотрите, что получается. Вот эти вот все финансовые операции, бизнес и так далее, это очень сложное поле, площадка такая, очень сложная. Потому что все должно быть очень четко прописано, прямо прописано, перепрописано. Вот у меня сейчас есть ситуация, я там брал человека на какой-то проект, да, проект не получился. Он прям конкретно для меня это сейчас. Он сейчас, я ему должен заплатить. То есть я его работой не получилось то, что он делал. Но он пишет, я же работу делал, я же старался, а то, что не получилось, и приводит там 10 причин, почему не получилось. И я сейчас в ситуации в какой? Я в ситуации в такой, что я ему должен заплатить, я заплачу ему. Почему ему заплачу? Потому что мы сегодня учили. То есть если бы это была какая-то компания, у которой есть там миллионные обороты, и для которых этот проект был бы один из 10 проектов, то я бы не заплатил, честно говорю. Почему? Потому что я считаю, в этой ситуации работа не сделана, то есть результата работы нет. Но так как этот человек, он не компания, и для него эти деньги, они для него принципиально важны, я считаю, в этой ситуации мне лучше заплатить и потерять, хотя это, ну, чем, но не нарушить то, что мы сегодня учили. Понятно, да, идея? Но поэтому я предпочитаю не работать с людьми, а работать с компаниями, аутсорсинг. Потому что когда ты работаешь с компанией, есть договор, компания это не люди, это один из там, вот тоже у меня сейчас есть, в это же самое время у меня был прямо один в один, очень интересно. Ему я должен заплатить сумму в 4 раза больше, чем компания. И компания мне пишет, значит, вы знаете, у нас был там проект, и они вышли из этого проекта, и они написали, что мы выходим из проекта за уже сделанную работу, прям написали мне, нам оплата не нужна, потому что мы понимаем, что мы проект, то есть они решили выйти из этого проекта сами. И сейчас мне пишет это владелец этой компании, значит, вот мы из этого проекта вышли, но вы нам все равно заплатите. Я говорю, а как ты просишь деньги обратно? Ну, то есть ты же написала, что вам не надо. Я в тот момент думала, что мы перекроем это другими проектами с вашей компанией там, и так далее. Но сейчас мы видим, что там оплаты затянулись. Поэтому все-таки заплатите, мы, если хотите, мол, вы выбираете. Но я говорю, нет, мы не будем платить за это. Ну, то есть это как бы очевидно, что вы не сделали работу. Но конкретно с этим человеком, которого брал, я ему заплачу именно чисто по духовным вот этим вот законам, потому что для него эта сумма, она очень существенная, это жизненно важная для него сумма.
И даже я считаю, что я эту сумму теряю, но в духовном плане я считаю, что правильно так поступить. Все, дорогие друзья, значит, я вам желаю, чтобы мы не ошибались, что когда ты знаешь, как работают духовные законы, то ты заранее будешь думать, как, в какие ситуации входить, в какие не входить. И все-таки в жизни самое главное – это быть с Богом в хороших отношениях. Потому что тот, кто с Богом в хороших отношениях, у него будет все получаться. Тот, кто с Богом в плохих отношениях, то у него, как бы он ни перестраховывался, будет лететь на вертолете, и вертолет упадет. Потому что если с Богом в плохих отношениях, то ничего не поможет. Не, ей не буду платить. Ей не буду платить. Единственное, что я сделал там, я чуть пошел навстречу, и в других проектах я сказал заплатить чуть раньше. То есть там она просто ожидала платежей от нас же по другим проектам, но там они тоже чуть затянули. Но я попросил, там заплатите, а здесь, ну, она отказалась. Там очевидно, что не надо платить. Хорошо, друзья, все, всем удачи и успехов, всего хорошего. И с Божьей помощью, чтобы было все хорошо у каждого, и чтобы мы не ошибались, чтобы Всевышний, чтобы были... Написано так, если твое намерение во имя небес, то Всевышний тебя откроет и поможет. Поэтому это самая главная проверка, спрашивать себя вот по отношению ко Всевышнему, я честный или нечестный. И помнить всегда мера за меру. Там, где ты уступил, там тебе тоже вернется. Но не всегда надо уступать. Это вот как раз я сейчас вспомнил, Давид спрашивал про вот эти между компаниями и так далее. Между компаниями я совершенно спокойно считаю, что там лучше не уступать. Да? То есть там должно быть все по договору. А с людьми надо все-таки быть помягче. Все, всем удачи, успехов, пока. До завтра.